И сначала про тему, связанную с авиаперевозками. Как сообщают центральные СМИ, Госдума в третьем чтении приняла закон, который разрешает федеральным и региональным властям заключать с различными компаниями соглашения, ограничивающие конкуренцию. Напомню, закон разрабатывался по поручению Владимира Путина. На президента вышли власти Красноярского края, которые боятся за норильский рынок авиаперевозок. А вот чего именно бояться, разбиралась моя коллега Анастасия Гринько. Настя, день добрый. Здравствуй, Оксана. Ну, самое интересное, что во многом закон родился благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы в Лыкеле. Странно, какая связь, ведь реконструкция – тема чисто техническая. Да, но именно этот факт являлся такой техническим стопором для других авиакомпаний, которые раньше на нашей территории не работали. То есть сюда летали именно S7 и Nordstar, которые давно тут работают, знают полосу, имеют и самолеты, и пилотов, для которых наши условия не являются чем-то нереальным. Многие другие перевозчики к таким сложностям раньше не были готовы. Теперь же полоса стала намного лучше, посадка проще, причем для самых разных типов самолетов. И авиакомпании, ранее не летавшие в Норильск, стали интересоваться, а нельзя ли тут подзаработать. Ну это же и замечательно для пассажиров. Было бы замечательно, если бы заходило много авиакомпаний, готовых возить весь год с хорошей сеткой и частотой рейсов. Но пока потенциальным игрокам интереснее немножко повозить именно летом, когда цены выше, а летать легче. И это обеспокоило правительство края. Они боятся, что новые игроки на авиарынке только соберут все сливки, не имея никаких обязательств. А базовая авиакомпания останется возить пассажиров в самые сложные и менее доходные сезоны. И она может просто отказаться. Получается, что нужно как-то договариваться, и новый закон как раз про то, как договориться. Власти надеются на соглашение между Росавиацией, краевым правительством, Норильским аэропортом и базовым авиаперевозчиком, которое гарантировало бы бесперебойные авиарейсы весь год. Никто не против новых перевозчиков в свободных слотах. Главное, чтобы они не вели себя, как московские маршрутки, выскакивающие перед носом автобуса, чтобы побыстрее забрать всех пассажиров. Тут базовый перевозчик, несущий на себе главную нагрузку, должен иметь право сказать «нет». Как заявляется, для такого соглашения и нужны изменения в закон. Спасибо, Настя. И вот добавлю, пожалуй, самое главное для каждого пассажира – про цены. Как пишет РИА Новости, главное условие нового закона, что все соглашения после их принятия не должны приводить к завышению цен авиаперевозок. Конец цитаты. Впрочем, удобно, надежно и недорого летать хотят не только норильчане. Еще острее тема авиасообщения стоит для других поселений Таймыра. В апреле решили передать Хатынский аэропорт федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья». Так даже новое руководство анонсировало первые изменения. Так, старое и откровенно ветхое здание аэропорта Хатынки уже следующим летом должен заменить новый модуль. Перемены в малой авиации важны для всего Крайнего Севера. Почему? Нашему телеканалу рассказал новый глава Таймыра Евгений Вершинин. Хатынка действительно должна таким стать. Ну, во-первых, морской порт сам по себе, да, такой центр определенного притяжения. Потом, с учетом решения президента и задачи, которые он поставил, о том, чтобы увеличить пропускную способность Севморпути до 80 миллионов тонн в год, это серьезные такие, знаете, вот предпосылки к тому, чтобы Хатынка начала развиваться. Туристическая привлекательность, мы с вами говорили. Ну, и вот как раз вот это все вместе, то есть комплексно надо развивать. Аэропорт – это только начало. Дальше пойдем двигаться вот в том направлении, которое для себя определили. С обновлением аэропорта Хатынги, одного из важнейших транспортных узлов Таймыра, связывают особые надежды. Сюда бы как раз и ждали новых авиаперевозчиков, готовых развивать логистику труднодоступных поселков. Чем завлекать? Да хоть перспективами туристического транзита. В Хатынге хотят создать транзитный центр для туристов, направляющихся на Северный полюс. Расположение у поселка в этом смысле идеальное. Попробовать хотят уже в следующем году. По подсчетам, за сезон на полюс через Хатынгу может отправиться около 300 любителей приключений. Для такого дорогого и экзотического отдыха цифра не такая уж маленькая. Но, конечно, главная задача – местные перевозки. Уже давно говорится о развитии региональной авиации, малой авиации. Действительно, сегодня мы говорим, логистика, которая есть, не выдерживает никакой критики, надо добавлять воздушные суда. Добавятся воздушные суда, увеличится пассажиропоток, понятно. Будет возможность сегодня людям перемещаться из точки А в точку Б с меньшими затратами, да, и за меньшее время. Федеральные власти, которые теперь отвечают за аэропорт, сейчас в первую очередь ищут способы обновить авиапарк, заменить устаревший Ан-2 и Ан-3 перспективными наработками. Если эти вопросы будут решаться, может пойти речь об обновлении и других воздушных ворот на полуострове, надеется Евгений Вершинин. Оксана Серова, Анастасия Гринько, Александр Вори. Новости Северного города.
первом большом интервью «Северному городу» новый глава Таймыра рассказал и о других важных темах. Какие социальные и финансовые сложности сейчас испытывает Крайний Север и какие пути решения видят власти? Продолжится ли уборка мусора, оставшегося в поселках советских времен? И какими силами и средствами его будут убирать? Что будет со строительством в поселках? Не лишатся ли жители Таймыра доступа к важной местной информации с переходом на цифровое телевещание? Обо всем этом интервью с Евгением Вершининым в ближайших выпусках новостей «Северного города» не пропустите. В эти дни у «Северного города» была возможность задать важные вопросы и главному полицейскому края Александру Речицкому. Напомню, он побывал в Норильске с рабочим визитом и заверил, что больших сокращений в рядах норильской полиции не предвидится. Вместе с тем генерал считает недопустимым, что в Норильске установлена всего одна стационарная камера фиксации дорожных нарушений. В чем необходимость таких комплексов и какая вообще на норильских дорогах обстановка, расскажем далее. В начале 2018 года кадровый резерв норильских полицейских уменьшился. Из 64 автоинспекторов осталось 50. Сокращенных сотрудников переподготовили и перебросили на вакантные места в другие службы полиции. Ведь на то время недокомплект сотрудников по местному отделу МВД превышал 40 человек. В этом году, говорит Александр Речицкий, сокращений не будет. Полиция Севера испытывает определенную проблему с комплектованием. Здесь надо понимать, что и природные, и географические условия дают особый отпечаток несения службы. Вместе с тем, критического такого, в общем-то, массовых увольнений мы не видим. Полиция города Норильска работает стабильно, серьезных претензий практически нету. Генерал отмечает, что нехватки сотрудников в других районах края нет. А если кадровые затруднения и возникнут, туда направят спецсостав полицейских. А в Норильске, кроме дефицита специалистов, практически нет камер автоматической видеофиксации дорожных нарушений. Этот вопрос генерал обещал обсудить с краевыми властями. Пока что у нас установлен только один стационарный комплекс. Он находится возле дороги у базы Оль-Гуль. И данные с него направляются в специальный центр в Красноярск. Еще две камеры сотрудники ГАИ ежедневно перемещают на потенциально опасные участки дороги. Для Норильска это явно недостаточно. У нас принципиальный подход к этому моменту и глубоко убежден, там, где находится система видеофиксации правонарушений, там практически отсутствует какая-либо аварийность. Недостаток дорожного контроля чувствуют и водители. Бывает, что срезают или по встречке едут, бывает. Бывает, особенно когда движение маленькое ночью. Какие меры нужно предпринять, чтобы этого не было? Не знаю, может, какие-то видеокамеры поставить, отслеживать это все. Ну, аварии, они в основном на трассе, в основном превышение скоростного режима. Превышение скорости тоже. А в каких районах особенно? Ну, на Талнах, на Рейске, там. Проблемные места. Да, все известные нам перекрестки там. Все знаменитые наши, там, Кирова, Павлова, там, в частности, там, Советская, Ленинский, где аварии больше всего происходит, Богдана, Павлова, там, до сих пор камер не стоит, как бы, когда спорные вопросы возникают. Ну и, соответственно, нам трассы на Рис-Толнах, как бы, там, тому подобное, на Рис-Каиркан, там, Алыкель. За это полугодие в городе и на трассах произошло 62 аварии. Всего погибли 6 человек. В январе под колеса попал ребенок. Мальчик выбежал на дорогу. А вот на этих кадрах женщину сбивает машина у перехода напротив института. Страшное столкновение произошло 8 мая. Бензовоз летел по встречке и врезался в легковушку. Пассажиры погибли. И ровно через 2 месяца список аварий пополнило новое происшествие. Автомобиль наехал на оградительную конструкцию. Мужчина за рулем оказался пьян, его госпитализировали. В прошлом же году и аварии, и смерть на дорогах за такой же период было меньше. 55 ДТП и 3 смертельных случая. Зато в этом году, отмечают в Норильской ГИБДД, снизилось число нарушений правил дорожного движения, чему способствуют и камеры общего наблюдения, установленные по городу еще в 2016 году по федеральной программе «Безопасный город». Василиса Матюшкина, Александр Вори и Артем Смирнов. Новости Северного города. Дальше об одном из свежих дел, которыми занималась полиция. Кража ценой в 5 лет. Такой срок грозит жителю Норильска. Он позарился на чужое имущество в аэропорту Красноярска. Воришку задержали уже по прилету на север, где и предъявили обвинение.
Фигурант уголовного дела – 57-летний норильчанин, летевший из Красноярска в Норильск. Он воспользовался невнимательностью другого пассажира и украл мобильник стоимостью более 30 тысяч рублей. Но мужчина не учел, что в здании аэровокзала ведется видеонаблюдение. По прилету на Таймыр он был задержан, а украденный телефон вернули хозяину. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрено частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Скоро у жителей Каиркана появится более благоустроенное место для отдыха. На набережной ручья Каирканского, обустройство которой началось еще 9 лет назад, вновь идут работы. Какие именно, выясняла Александра Молодцова. Любимое многими каирканцами место отдыха скоро преобразится. На набережной кипит работа, делают заготовки под бетонные дорожки, планируют, разравнивают, трамбуют. Одно из главных требований – максимально сохранить естественный рельеф. В итоге будет так. Большая прогулочная зона, 2 детские площадки. И для любителей селфи – Стелла «Я люблю Каиркан». Вот так вот это будет. «Я люблю Каиркан». Эта набережная появилась не так давно, в 2010-м. Тогда на губернаторский грант построили первый мост, рассказывает Геннадий Енчик. На тот момент замглавы города по району Каиркан. Вот тот первый мост, он был не обустроен. Просто груда камней, не очень удобно было переходить. Особенно с детьми, с колясками. Просили сделать вот это обустройство этого моста. Ну и здесь же пришла такая, как не идея, люди предлагали поставить там детский городок, спортивную площадку, чтобы уйти с пыльных улиц, потому что зелени нет. Все в основном в такую погоду выходили в это место. Прошло 9 лет, а набережная остается все тем же центром притяжения каирканцев. Мы обычно ходим на речку, купаемся там или посидим. Тут можем пройти вот так. Для отдыха, чтобы где-то отдохнуть просто людям. То есть ты считаешь, что это вот нужно действительно в город? Конечно, это нужно, да. Именно за благоустройство набережной каирканцы и проголосовали сами, когда выбирали объекты в программу формирования комфортной городской среды. Из федерального бюджета выделили почти 36 миллионов, подрядчик проверенный. Фирма Сергея Фельчакова строила и оба эти моста, и бетонную дорожку, что протянулась вдоль ручья. Научены прошлыми объектами, и уже есть понимание того, что хотим сделать и чтобы это было долговечное. Поэтому используем сейчас материалы, те, которые именно что выдержат наши морозы и эксплуатацию. Но главная угроза для всего, что строится, не климат. Вот беседки, которые появились здесь 2 года назад, точнее то, что от них осталось. Да, есть ошибка и проектировщика. Поликарбонат не материал для наших северных ветров. Но вот металлический каркас отломали уже люди. То, что таким трудом, учитывая наши климатические условия, учитывая сложности при, планировании бюджетных средств, все же находятся эти средства, и нам удается реализовать эти проекты. Очень хотелось бы, чтобы это было в сохранности, потому что это все делается для людей, а зачастую бывает так, что именно вандальными действиями жителей это вот приходит порой в негодность. Беседки подрядчик переделает за свой счет. Вместо поликарбоната будут металлические листы, да и форму поменяют. Вдоль ручья появятся мини-чумы. По условиям контракта подрядчик должен сдать объект до 30 ноября, а значит насладиться в полной мере променадом по вечерней летней набережной ручья Каирканского жители района смогут только в следующем году. Александра Молодцова, Андрей Казак. Новости северного города. А заполярный филиал Норникеля подводит первые итоги программы производственных инициатив. Счет идет на 1000, если считать участников, и на миллиарды, если говорить об ожидаемой выгоде. В 2017 году президентом компании были поставлены цели по снижению удельных издержек и росту производительности труда. И наша задача к 2020 году улучшить эти показатели на 20-25%. Но улучшение не значит урезание. Чтобы повысить эффективность на каждом участке, в компании решили дать слово самим работникам. Ведь кто лучше их знает, как улучшить свою конкретную работу? Прошел всего год, и о результате, и по отклику участников, и по реальной экономической выгоде уже есть что сказать. На сегодня у нас разработано и подано более 9000 инициатив. Участников программы производственных инициатив уже более 4500. И у нас первые результаты в 2018 году мы уже более 1 миллиард получили экономический эффект.
Около 60% инициатив поступает от руководителей и специалистов, порядка 40% предложений идеи рабочих. Рядовые сотрудники заполярного филиала – авторы почти 3500 инициатив, а самый эффективный проект предложили рабочие медного завода. Мы вовлекаем всех работников в эту программу, чтобы инициативы шли не только сверху вниз, но и снизу вверх, потому что люди, которые каждодневно вовлечены в рабочий процесс, всегда знают, как этот процесс улучшить. Вот на медном заводе, в чьих стенах мы сейчас находимся, да, было подано уникальное предложение по добавлению в ванны еще одной основы, которое принесло гигантский эффект, там, который измеряется 5 миллиардами в год. Ко дню металлурга заполярный филиал отметит самых инициативных сотрудников, чьи идеи принесли максимальную пользу их предприятиям. Между ними распределят премиальный фонд в 17 миллионов рублей. Известно, что к реализации уже принято 177 инициатив. До 2021 года экономический эффект от их внедрения составит более 1,5 миллиардов рублей. Виктор Пихтарь, Вячеслав Матвеев, новости из Северного города. Стоит сказать, что вознаграждение за эти инициативы в компании состоит из нескольких ступеней, начиная от символических 500 рублей на входе в программу и до 100 тысяч рублей за реальный эффект. Как сообщают в заполярном филиале, его сотрудники на сегодня уже конвертировали свои идеи в премии на общую сумму в 4,5 миллиона. И в заключение можем предложить вам интересные планы на ближайшие выходные. Семейный фестиваль «Пикник» пройдет в эту субботу. Где именно развернется «Пикник» в этом году и чем удивит норильчан, интервью от организаторов фестиваля прямо сейчас. Светлана Александровна, здравствуйте. 13 июля пройдет очередной летний праздник «Пикник. Город. Это мы». И пройдет не как обычно, как привыкли норильчане, на стадионе «Заполярник», а будет на другой площадке, в парке «Арктический». Почему поменяли место дислокации? Во-первых, очень здорово, что в городе появилось еще одно общественное пространство, которое, собственно, мы хотели бы оживить. И именно пикником показать, как это можно сделать, собственно, с небольшим вкладом сил и возможностей. Сейчас, конечно, территория парка благоустраивается. Здесь будут высажены растения, то есть цветы будут высажены. Здесь будет посажена трава, трава и цветы. Кроме того, ближе к дню города пикнику не успеют, но агентство развития Норильска установит здесь такие небольшие архитектурные формы, которые еще более добавят красоты этому парку. Что касается самого пикника, то, конечно, наши фотозоны, шатры и просто как бы такие зонированные истории добавят сюда, внесут красок. Я думаю, что получится все хорошо. Пикник проводится с 2015 года и уже подтвердил статус главного летнего события. Как за это время он поменялся? У нас ежегодно добавляются новые участники. Конечно, основной костяк – это все-таки наши участники благотворительной программы «Мирных возможностей» и программы «Комбинат добра», корпоративные волонтеры, некоммерческие организации, социальные предприниматели. Но, тем не менее, ежегодно у нас добавляются участники новые, добавляются новые активности, и мы этому только рады. Каким праздник будет в этом году? Что ждать норильчанам? В этом году праздник будет веселый, детский, радостный, там, лишь бы не подвела нас погода, потому что все, что касается там, наших участников, то как бы, у нас все будет красиво, весело, занимательно. Территория парка зонирована на несколько пространств. Это там пространство духа, вкуса, звука, силы, интеллекта. И как бы каждый сможет найти себе по душе занятие и провести время с пользой. Сколько будет площадок работать? Площадок будет работать более 40. Мы их постараемся здесь очень комфортно разместить. У нас будет установлена большая сцена, на которой пройдут танцевальные и музыкальные основные движухи. Будет зона релакса комфортная, где можно будет полежать на пуфиках, отдохнуть, послушать песни, позаниматься йогой на ковриках. И будет работать зона фуд-корта, где можно будет приобрести там прохладительные напитки. Насколько мы знаем, на волне интереса к российскому футболу и теме эко-марафона понеслось, состоится уникальное спортивное событие. Расскажите подробнее, нужно понимать, к чему норильчанам готовиться. Да, мы установили на территории парка площадку для кикер-футбола. Это такое необычное, я не буду рассказывать все, как бы, чтобы сохранить интригу, но это необычное занятие. Эта площадка после праздника перебазируется на территорию базы «Ольгуль». И то есть, можно будет приезжать заниматься еще там. И последний вопрос. Во сколько все начинается и как долго продлится вот этот летний праздник? Пикник начнется в 13 часов и проходить будет до 18 часов. А еще у нас в этот день пройдет благотворительный забег на площади Комсомольской, который состоится как раз с 12 до 13. Поэтому
Приглашаем всех сначала принять участие в благотворительном забеге 4-м на риск «Беги со мной», а потом переместиться на площадку пикника и спокойно отдохнуть. Светлана Александровна, спасибо вам огромное за интервью. Встретимся на пикнике. Да, спасибо. Приглашаем всех. Днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер северной четверти 3,8 метров в секунду. Температура в городе плюс 14-17, в окрестностях до 17 тепла. Здравствуйте, Сопромат, и поговорить я сегодня хотел бы вот о чем. Голливудские блокбастеры про климатические катастрофы знают все. Одно время на фильмы типа «Послезавтра» была большая мода, правда, уже схлынула. Но вот мода-то ушла, ученые, не киношные, настоящие, остались и продолжают бить в климатические барабаны не хайпа ради, а самого настоящего предупреждения для. Вот что на Медне опубликовал портал News.ru.com. Американская ассоциация содействия развитию науки пришла к выводу, что глобальное потепление идет быстрее, чем рассчитывали. Новые данные показали, что в ближайшие 100 лет температура на Земле пройдет критический порог в 5 градусов Цельсия, что означает самый пессимистичный сценарий для планеты. Экстремальные погодные явления, идеальные штормы, ураганы, необычайно обильные осадки в одних районах и засухи в других. Можно было бы сказать, что профессура просто хайпует, чтобы гранты получить, но почитаешь про природные аномалии, происходящие по всему миру прямо сейчас, и поневоле задумаешься. 29 июня 2019 года пригородные районы мексиканского города Гвадалахара оказались завалены толстым снежно-ледяным слоем. В некоторых местах толщина этого покрова достигала 1,5 метра. А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходит глобальное изменение климата. Такого природного явления мы еще не видели, заявил губернатор штата и назвал произошедшее невероятным. Гвадалахара, для понимания, это климатические субтропики. А вот что этим летом творится напротив северной части нашего земного шарика. Приполярная Аляска пережила на прошлой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений. Температура в Анкоридже превысила 32 градуса Цельсия. Средняя температура для этого времени года обычно составляет 18 градусов, а средняя пиковая чуть ниже 24. Началось все еще весной. Необычно теплый май, особенно в заполярной части самого северного американского штата, насторожил метеорологов и экологов. За ним последовал рекордно жаркий июнь и вот теперь июльский пик. Вероятность подобных аномалий становится намного выше с потеплением климата, цитирует Associated Press метеоролога Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбэнксе. Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. В Беринговом море и в свободной от льдов части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот ледяной покров у северного и северо-западного побережья, напротив, рекордно низкий. Теперь, почему это должно быть важно для нас? Потому что изменение климата – процесс глобальный, и нет такого забора, за которым можно было бы отсидеться. Я вот регулярно смотрю в Фейсбуке ссылки, которые публикуют и наши мерзлотники, и по ним видно, что потепление давно перестало быть голливудской шуточкой. Есть, кстати, в России люди, которые потеплению даже радуются. Это, например, те, кто делает ставку на повышение проходимости Севморпути. Но эти интересанты иногда сами на севере не живут. А вот для тех, кто здесь, в зоне вечной мерзлоты, показатели потепления ой как печальны, потому что это вопрос, повторюсь, состояния мерзлоты, того, на чем стоит весь наш город, все наши большие дома. Чем больше рисков для мерзлоты, тем больше рисков для каждого отдельного жилища. Думаю, сейчас многие скажут: Макс, ну спасибо, что попугал, но какой смысл говорить об этом, если мы все равно не можем на происходящее повлиять? И вот тут я с вами не соглашусь. Дело в том, что влияние на мерзлоту – это вещь многофакторная, и глобальное потепление – это только один фактор. Если растет он, значит, тем внимательнее мы должны относиться к остальным, грозящим разрушить нашу жизнь. А они просто до банальности. Ну, смотрите, на днях буквально мои коллеги из новостей Северного города исследовали подполье одного дома на Лауреатов и обнаружили сразу два фонтана, орошающих мерзлоту. Ну, спасибо коммунальникам, быстро среагировали на наш запрос. Но реагировать пришлось дважды, благодаря нашей дотошности. То одну проверим трубу, то другую. Но, ребята, это ненормально, когда за каждой трубой в городе должны следить телевизионщики. Комендант дома без понятия было, что под зданием. Сантехник вроде есть, а вода хлестала. А некоторые из жильцов на наш вопрос, знают ли они, что их дом подтапливает, только хохотали. А бог с ним, он в перспективе на расселение. Есть и другие вещи, которые тоже от нас зависят. Скажем, внимание к тому, как вентилируются фундаменты наших домов. Да, ребята, вот даже тупо мусор не надо под дом кидать. А есть еще уборка снега зимой. Напомню, опять же, Северный город показывал, как приезжали ученые-мерзлотники и говорили: снег, который иногда подгревают прямо к стене, это ахтунг, это одеяло, это смерть мерзлоте и фундаменту. Так что перед нами вообще стоит довольно реальная задача. Вот просто не причихать то, что построили родители, и по возможности понять, как строить дальше. Не просто на старых ростверках наследие СССР донашивать, а в принципе в новых условиях существования мерзлоты. Но пока
надо хотя бы сохранить то, что есть. А это был Сопромат. Увидимся.